Как работает полиция, решили показать ученикам школы имени Жакыпа Агбаева. Для класса юных полицейских организовали экскурсию в управление полиции города Караганды. Мероприятие проводят в рамках профориентационной работы и для повышения патриотического духа подрастающего поколения. Подробности в репортаже. Как работает отдел по борьбе с киберпреступностью, детвору заинтересовало больше всего. Здесь имеется специальная цифровая лаборатория, где специалисты проверяют гаджеты и выявляют программы, с помощью которых интернет-аферисты совершают преступления. Такие встречи помогут также обезопасить школьников от уловок мошенников. Молодежным ресурсным центром был запущен проект полицейских классов, в рамках которого мы отобрали 25 учеников, которые будут заниматься правовой грамотностью. Проект сам направлен на профориентацию детей, для того, чтобы в дальнейшем эти дети уже, скажем так, были адаптированы под юридическую грамотность, знали уголовный кодекс, административный кодекс и так далее. Класс юных полицейских был открыт при поддержке акимата города Караганды в школе имени Жакыпа Агбаева. В этот раз для 25 учащихся 8 классов организовали встречу с полицейскими и демонстрацию оборудования, на котором они работают. Мы показали детям работу наших отделов, чтобы они имели представление, чем занимаются наши сотрудники и как обеспечивают правопорядок в городе. Такие встречи мы проводим регулярно. Детям они очень нравятся, они задают много вопросов. Так у них формируется представление о работе стражей порядка. Эта встреча направлена на повышение патриотического духа и формирование любви к родине у подрастающего поколения. Юные курсанты могли побеседовать с заместителем акима города Караганды и начальником городского управления полиции, которые рассказали об интересных историях, произошедших в рабочие будни. В дальнейшем мы рассчитываем, что эти дети будут поступать уже в академию имени Бесенова, то есть уже, скажем так, получать профильное образование и в дальнейшем будут профессионалами своего дела. То есть объясню, почему школа Жакыпа Агбаева. Это был первый юрист, алашординец, поэтому мы решили именно эту школу взять в пилотный проект. В этот раз экскурсию для учеников класса юных полицейских школы имени Жакыпа Агбаева провели по зданию управления полиции города Караганды. В планах такие мероприятия проводить и в других подразделениях, чтобы познакомить ребят с работой силовых органов. Антон Александров, Мейржан Жумамуратов, Николай Шевелев, 5 канал.